Всем привет! Продолжаем знакомство с интересными художниками. Мне самому интересно. Я думаю, что если мне интересно, то и вам будет интересно узнать что-то новое о художниках, о картинах. Сегодня я хочу познакомить вас с творчеством Уильяма Этти. Английский живописец. Родился в 1787 году, а умер в 1849. Известен как выдающийся колорист. Главной темой его творчества стала обнаженная женская натура. Я зачитываю сведения из Википедии и еще из нескольких сайтов, с которых я собрал информацию. Надеюсь, что она правильная. Итак, художник Уильям Этти родился в многодетной семье английского мельника в марте 1787 года в Йорке. С детства увлекался живописью, но родители не одобряли этого несерьезного занятия и отдали ученики гравёру. Они считали, что он там будет работать и больше зарабатывать. По приглашению своего дяди, который решил помочь племяннику стать художником, он переехал в Лондон. И через год поступил в Королевскую академию, где учителем Уильяма Этти стал знаменитый Генри Фьюзели. В годы обучения в академии Уильям был покорен творчеством Томаса Лоуренса, и, кстати, в доме которого он даже жил некоторое время. Дядя оплатил 1000 гиней за то, чтобы племянник мог учиться у Лоуренса. И в 1804 году, то есть через где-то 5-8 лет, Этти становится широко почитаемым за его использование цвета и, в частности, его способность делать различные реалистические телесные тона. В 1816 году Уильям Этти покинул дом Томаса Лоуренса, отправился в Италию. Поездка была короткой, всего лишь 3 месяца. Через 3 месяца он вернулся в Лондон. Я представляю, как он воодушевился после того, как посмотрел работы итальянских художников. И после возвращения на родину художник много работал, регулярно представлял свои картины на выставках Королевской академии. Как человек, Уэтти был очень застенчив, редко общался, никогда не женился. И с 1824 года до дня своей смерти жил со своей племянницей Бетси или Элизабет. Через 6 месяцев после смерти Уильяма Бетси женилась на химике Стивене Биннингтоне, который был дальний родственник семьи. Переехала в его дом и умерла в 87 лет. Что касается Этти, после Италии было путешествие в Венецию. Некоторое время Этти жил, работал в Риме. Италия, конечно, притягивает художников. Это действительно так. В 1824 году вернулся в Лондон, стал партнером Королевской академии. В 1828 году Уильям Этти стал действительным членом Королевской академии. Много путешествовал по Европе, написал огромное количество полотен, мечтал организовать персональную выставку своих работ в Лондоне. И выставка состоялась летом 1849 года. Картин было так много, что они не поместились в выставочном зале. Он был очень плодовитым, коммерчески успешным на протяжении 1840-х годов. Но надо сказать, что качество его работ ухудшилось в течение этого периода. По мере ухудшения его здоровья постепенно он вышел, как говорится, в отставку. В 1848 году это уже было, а выставка состоялась в 1849. Во время выставки Этти перенес серьезный приступ ревматизма, так написано в Википедии. Он страдал серьезным приступом астмы, его состояние ухудшилось, и 10 ноября 1849 года он уже был прикован к постели. А 13 ноября, то есть через 3 дня, наблюдая за закатом солнца на реке Ус, он сказал: «Замечательно, замечательно, это смерть». Ну, так говорят. Через несколько месяцев после выставки, которая была в 1849 году, художника не стало. Его похоронили в родном городе Йорке. И сразу же после его смерти его произведения стали весьма коллекционными и продаются за большие суммы. Ну вот практически все, что я нашел по художнику Уильяму Этти, английскому живописцу, известному как выдающийся колорист. Главной темой его творчества стала обнаженная женская натура. Вот посмотрите картины, которые я набрал в интернете. Ну вот, собственно говоря, и все. Пока-пока. Сегодня мы узнали
и вы, и я, о Уильяме Этти, английском живописце. Пока. До свидания.